Всем привет, с вами Просто Гор. Вы на моем канале и в моей тачке. Сейчас будет видос «Вопросы-ответы». Ну и, конечно, я буду читать комментарии, которые мне по душе. Но хочу отдельно сказать каждому подписчику за каждый комментарий и за лайк я благодарен. Просто, возможно, не успею все зачитать, но без обид, дело коснется каждого. Будет много еще видосов. Ну что, начнем? Так, первый коммент на английском. Попробую зачитать. Возможно, неправильно произношение будет, но думаю, человек поймет. Это либо канал, либо определенный человек. Название его It's a Rom Think Every Day. Он пишет cool video, like it and share it. Ну, в общем, он благодарит меня. В ответ попытаюсь тоже ему на английском сказать thank you for your kindness and for the positive. Что означает спасибо за доброту и за позитив. Начнем дальше зачитывать. Так, пишет Харвус. Харвус, Гор, ты красавчик, обожаю тебя смотреть. Спасибо, братух. Позитивный коммент. Так, следующий коммент. Пишет Дори Джеттинг. Гор, ты крут. А ты женат или нет? Скажи, пожалуйста. Нет, я холостяк. Только к чему вопрос, я не понял. Пишет Юрий Хладий. Ну, ничего себе, Гор, у тебя отдыхалка офигенная. Спасибо вам, Юрий. Старался, долго-долго старался, обучался. Все детство шарики надувал, Юрий. Спасибо. Пишет The North. Как всегда, круто. У тебя дыхалка прокачанная. Молодец, Гор. У тебя уже 4000 подписчиков с лишним. Красава, так держать. С меня лайк. Я после просмотра твоих видео заряжаюсь позитивом. Братуха, я очень рад, что могу позитив людям дарить. И буду также в таком же духе дальше продолжать. Всем буду позитив дарить! Отдельное спасибо хочу сказать Crazy Френчу. Когда я играл в онлайн игру Агарио, он задонатил мне 200. Первый донат. Спасибо, братуха. Первая рыба на море будет тебе посвящена. Красавчик. Так. Пишет канал Чипа Гейм 2. Круто, Гор. Пили такие видосики каждый день. Респект и уважуха. И тебе респект, уважуха, братуха. Тимур Тимёхин, Гор, у тебя отличные легкие, прикольно получилось. Да, легкие, как у рыбы. Под водой тоже могу долго не дышать. Пишет Даниэль Пархатов. Под видосом. Так, ты реально закинешь, если выиграешь? Речь идет о ляме, когда я обещал, что если лям выиграю с МНДМСов, то я каждому по штуке закину. Да, Даниэль, я каждому закину, если я реально выиграю этот лям. И вам достанется, и мне останется. Пишет Лагермастер. Спасибо, вы такие добрые. Братуха, я так скажу, спасибо тебе тоже за доброту, но доброта есть в каждом человеке, просто она где-то глубоко
у кого-то спрятана. Но если постараться, ее можно найти. Так. Абдурахман Абдурахманов. Гор, красава, люблю твои видосы. Четкие у тебя сапоги. И этот коммент под видосом, где я курицу ловлю. Да, сапоги реально четкие, и в дождь, и в грязь, и в слякоть. Спасибо. Сапогам отдельная реклама получилась. Пишет Харвус. Сразу видно, что Гор добрый мужик. Удачи тебе во всем, братан. Спасибо, братуха, и тебе удачи. И тут же пишет под одним комментом, точнее один коммент комментит, тоже Харвус. Откуда вы берете такие негативные и злые? Берите пример с Горы. Позитивный, добрый парень. Потому и приятно всегда смотреть его видео. Спасибо еще раз тебе, Харвус, за добрые слова. А негативные и злые люди, они всегда есть, но и в них тоже есть доброта. Просто их жизнь чем-то огорчила, и они пытаются на ком-то сорвать свою злость. На них просто не надо обращать внимания. Маргарита Чуманова пишет. Брат, ты крутой, сильный. Пусть у тебя будет 100 тысяч подписчиков. Спасибо тебе за 100 тысяч подписчиков. Я постараюсь сделать так, чтобы у меня было более 100 тысяч подписчиков. И я очень рад, что у меня появилась еще одна сестра. Так. Следующий коммент. Флюппи пишет Флюппи Пул. Гор супер, Гор класс. Кто не верит, тому в глаз. Флюппи красавчик, отличная рифма. Пишет Терминатор Майнкрафтер. Ура, челлендж класс. Люблю челленджи. Спасибо, Гор. Рад радовать. Пишет Юлия Корзакова. Обожаю смотреть, как он кушает. Так вкусно. Спасибо, Юля. А я обожаю очень вкусно кушать. И иногда чавкать. Пишет Эли Оба Плей. Гор, ты крут. Приятно смотреть твои видео. Когда ты будешь стримить GTA 5? Скорее всего, сегодня. Ходит и тут же пишет Эли Оба Плей. Ходят слухи, что Гор отвечает на комментарии. Проверим. Братуха, а тут проверять нечего. Можешь почитать. Я по возможности отвечаю на все комменты. Пишет мистер Гер Шанель. А можно мороженое в шаурму? Ну как сказать, я не знаю, что ответить. Я не пробовал. Прошу прощения, там слева девочки красивые проходят. Сейчас я посмотрю и обратно к вам вернусь. Жалко. Так. Ну так вот, а можно шаурму, точнее мороженое в шаурму добавлять? Я не знаю, можно или нет, не пробовал. Но эксперимент можно поставить. Но, братуха, я тебе уступлю, ты первый. Так. Пишет Дима Пуздряк. Дядя Гор, ты супер-супер. А вот такие комменты мне реально по душе радуют, что есть вот такие вот
добрые ребята, которые вот реально видно от души пишут. И тут пару лайков стоит. И вот эти слова: дядя Гор, ты супер-супер. Спасибо, Димон, тебе. Красавчик. Пишет мыльный геймер. Братуха Гор, барев дзес, вот бы ты ответил. Барев ахперджан. Приятно, когда на моем языке могут мне написать. Тут же пишет Эмпати Даво. Зашибись, хоровац получился, ахпер. Старался, братуха. Пишет Алика Ковригина. Ну почему у такого классного, веселого ютубера так мало подписчиков? Алика, не переживай. Скоро у меня будет много подписчиков. Благодаря вашей поддержке, вашим комментам, вашим подпискам. Все будет ништяк, ништячок. Так... Следующий. Пишет Динар Залилов. Привет, а ты где живешь? Хотели приехать на шашлыки. На многих видосах я на эти вопросы уже отвечал. Я живу в городе Уфа. Но есть, конечно, возрастное ограничение. Так... И хочу почитать тут комменты, но небольшая переписка между подписчиками. Один из них не является, скорее всего, подписчиком. Пишет West Knif под видосом, где я заправки Лукойл кофе пью. Так вот, его комментарий West Knif. Он пишет, какой-то туповатый. И ему отвечает Джапан Накамура. Почему ты так думаешь? Если тебе неприятно смотреть, тогда не пиши, чувак. Сначала поблагодарю Джапану Накамура. Спасибо тебе, братуха. Не обращай внимания на таких людей. А Весту Книфу мне сказать нечего. Это его дело. Пускай оскорбляет кого хочет. Я себя знаю. Пишет Роман Субботин. Я бы хотел такого брата. Рома, братуха. Я твой братуха. Так, следующий коммент. Пишет Анна Крючок. Гор, а в какой стране ты живешь? Я живу в России, а точнее в городе Уфа. А еще точнее, микрорайон Сипайлово. Пишет Эльмир Минкин. Крутая тачка, расскажи, как на нее заработать. Надо просто, братуха, работать и стремиться к своей мечте, к своим желаниям. Пишет прикольный коммент и вопрос тут же. Дон Калибри. Гор, когда ты с Эдвином будешь жрать всякие блювотины и вкусную еду? Братуха, две несовместимые вещи, блювотина и вкусная еда. Блювотину я не жрал с Эдвином, а вкусную еду мы едим практически постоянно. И все выкладываем на видео. Пишет мистер Вам и ПП МММПП. Вы когда в отпуск уедете? Мы уезжаем в отпуск завтра, а точнее в воскресенье. Но все равно получается завтра. Пишет Сламмер Шанель. Обожаю тебя, Гор. Желаю тебе миллион подписчиков. Спасибо и респект тебе, братуха.
за доброту. Денчик Масли. Гор вообще красавчик. Я про твой канал всем друзьям рассказал. И Эдвин красава. Двойное тебе спасибо, братуха. От души. Пишет позитив Раф Тайбов. Гор, ты крутой чувак. Я тебя обожаю. Гор, я твой подписчик. Братуха, спасибо за обожание. Спасибо за то, что подписался. Ты красавчик просто. Ну что, ребят, я думаю, на этом закончим. Но прежде чем остановлю видос, так от себя хочу добавить. В комментах, конечно же, встречаются говнюки, засранцы, хамы, нахалы, которые пытаются как-то оскорбить, задеть мое достоинство, мою личность. Да и некоторых подписчиков моих пытаются оскорбить. Вы просто, ребят, не обращайте на этих засранцев внимания, как я не обращаю внимания. Мне лично насрать, что они обо мне говорят, эти засранцы, и что обо мне думают. Есть вы у меня замечательные, здравые, четкие мои любимые подписчики. И есть мой канал. А все остальное пошло оно нахер. С вами был просто Гор. Вы были на моем канале и в моей тачке. Всем счастливо!